Меня разыграл Ян Эрлазоров в гостинице в Тель-Авивской, когда каждый день названивал мне, представлялся моим родственником. И можно себе представить, как хорошо он это делал, что даже я не узнавал. Плакал в трубку, говорил, что никак не может выбраться на встречу со мной. Я все выяснял степень родства для себя. Самое странное, что это сообщения оставлялись на автоответчике. Я никак не мог найти обратную связь, я никак не мог найти этого пропавшего дядю. А потом однажды все разрешилось очень просто. Я вышел в лобби гостиницы, поджидая автобус, и так на плечо мне опустилась рука, я услышал голос этого неведомого мне дяди, обернулся, и стоит Ян Эрлазоров. Я его тогда чуть не задушил. Аж 3 дня он меня водил за ногу.